Вера – не изолированная духовная сила. Вера – не сама. Вера – не самостоятельна. Вера действует в согласии. Вера – не изолированная духовная сила, что означает, что вера никогда не должна работать в одиночку. Вера работает в сочетании с другими духовными силами Бога, такими как любовь и терпение. Молитва — это духовная сила. Чтобы молитва реально была духовной силой, она должна быть наполнена Священным Писанием. Она должна сопровождаться Священным Писанием. Такая молитва высвобождает силу Божью. Нужна вера, чтобы активировать молитву, проявить энергию молитве, дать силу молитве. Все духовные силы, которым Бог дал существование, любовь, терпение, молитва и вера, должны работать вместе с целью выполнения намерений Бога. Должны работать в гармонии, в единстве, с целью выполнения намерений Бога. Чтобы функционировать полностью, должным образом, естественно и духовной областях, человеческая триединая природа, дух, душа и тело должны работать вместе. Человек — это божественное существо, обладающая духом, душой и телом. Человек — это духовное существо, реальное в человеке. Не его тело, не его плоть. Освобождение человека касается трех его сфер. Бог освобождает человека духовно, от руки врага. Бог освобождает человека физически от недуга, жажды и нужды. Бог освобождает человека на уровне разума от управления чувствами и приносит свой дух. Вера — не изолированная духовная сила.